Иди сюда. Ты чего? Чисто Джесси. Все хорошо. Тише, тише. Не плачь. Куда надо идти с ним? Купаться? Фига себе. Они тебе нравятся, малыш? Прически у них безумные. Мама, где твоя? Дина! Я на кухне! Это... О, здорово, проказники! Привет. Спасибо, что вымыла посуду. С тебя за это причитается музыка. Я что-нибудь найду. А что с малышом делать? Таскать так на руках? Типа экскурсию по дому? Или на улицу выйдем? Чё ты так смотришь на меня? О, музыка точно. Попросила музыку. Поставим музычку. А, любишь буги-вуги? Буги-вуги. Ну, давай. Сколько лет прошло вообще с событий? О, зашибись! Обожаю эту песню. Твоя мама не слишком разборчива. Конечно, я же выбрала тебя. Семейная идиллия. Хочешь потанцевать? А ты умеешь? А то. Смотри, как мама может. Ух ты. О, на меня подействовала. Чудная ты. Я в курсе. Ладно. Все, ты меня отвлекаешь. Я знаю. Малыша, мама и мама. Иди. Куда идти-то? Я оставила Оли снаружи. Можешь сходить за ним? Да, конечно. Оли? Пуском тут. Это кто у нас такой красивый? Зачекинились, пошли дальше. Какой милый финал, а? Поздоровайся с тетей Тальей. Привет, тетя Талья. Ладно, пошли на улицу. Бля, бегать с ребенком это безопасно вообще? А, видимо, ему только в радость. Пошли. Подышим свежим воздухом. Можно эту штуку дернуть? Нет. Я хотел чтобы это какой-то. Где Оли? Так, неплохой у вас так сад такой. Что это такое? Дина плюс Элли. Тебя как зовут? Джей Джей? Ну вот, как положено. Видимо, Олли это точно не ребенок. Собака.
Где он? На тракторе, стопудов. На тракторе? Он там трактор был, да? А, Олли, это что, игрушка? Ага, вот трактор. А, Олли, Олли. Привет, Слоник? Олли. Как ты тут очутился? Так, ну-ка. Вот, садись. Красиво, да? Да, Ласин, красиво. И знаешь что? Я тебя научу играть на гитаре. Когда ручки вырастут. И когда ты перестанешь какать в штаны. Не переживай. Мы все так делали. Я тебе такого могу рассказать. Как будешь постарше? Ах, намного старше. Даже не знаю, с чего начать. Ну так и будем сидеть здесь? Или начнешь что-нибудь говорить или делать? Картоха, картоха. Кроха, тю-тюрюм, тю-тюрюм, картоха, картоха, ты милый мой дружочек. Какой ты большой. Да, молодец. Ладно, Картофан, пойдем проведаем маму. Неплохой район. Вот именно реально вот еще раз говорю, что это очень сильно напоминает игру. Не игру, а сериал «Ходячие мертвецы». Ферма. Первым. Очень похожий дом такого же строения, как было в каком-то там третьем сезоне, где жил Хершел со своей дочерью Мэгги. И ребенок у него тоже. У нее сейчас последний сезон от Глена. И Глен был азиатской внешности, как и в принципе в этом. В этой игре. Очень-очень все сходится. Ух, спина. Одна справишься? Ага. Да-да. Может, куртку ему принести? Нет, ни к чему. Ну чё, мы так долго еще будем играть, нет? Опять обнимемся? Опять? Можешь сказать стоп. Или не можешь? Ладно, стоп. Я серьезно. Стоп, слово стоп, я понял. Овеч. Маленький овеч. Хочешь погладить? Сейчас. Вот, давай. Не-не-не, нежно, нежно, нежно. Вот так. Правильно. Ага. Элли. Что? Давай я его заберу. Загонишь овец в хлев? Да, мы с ним вместе сходим. Да? Ага. А ты пока отдохни. Ладно, держи. Давай. Поудобней. Как зовут помалого? Можете сказать? Не задерживайтесь, его еще надо искупать. Ну, я так понимаю, Джей Джей. Да я дипломированный пастух. Обижать с ним можно? Значит нормально. Так, овцы, ужин ждет вас в хлеву. Так что идите. Тер-тер-тер. Ран! Снежок. Все Снежок. В хлев. Ромашка, заходи. Да-да-да-да. Ого, сколько овец. Как думаешь, сколько их здесь? Посчитаем? Да нет, ты чего гонишь, что ли? Две. Ну и хватит, а то я усну. И малого надо в конце будет, да, еще? Юджин.
Эй, заходим, заходим. Тот. Двигай телом. Двигай тело. Мото-мото. Давай, давай, давай. У нас явно овец больше, чем нужно. Слушай, а давай парочку слопаем. Оп, все? Ладно, ребята, увидимся завтра. Эй, ты как вылез? Ты какой, шалунишка? Пойдем, озорник. Ёпт, вот это флешбеки, конечно. Что опять происходит? Нет, 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 нет. Опять. Джоэл! Господи! Нет, нет! Чем они это делают с нами? Эй, еще раз. Эли. Еще раз. Дыши. Посмотри, ты дома. Дома. Дыши, дыши. Не могу, не могу. Я возьму его, ладно? Давай. Осторожно, иди сюда. Прости. Я не знаю, что. Я просто их... Реально после войны он какой-то. Боже. Ничего. Зато сразу взбодрились. Что с Эбби? Ну что? Тут не было никакой сейчас какой-то скрытой карточки, возможно. Ты типа идешь куда надо. А тут хоп, что-то лежит. Нет, такого нет, как в прошлой части, в последнем эпизоде. Прям самом-самом последнем, когда они уже добрались до дома. Это лошадь. Значит, у нас гости. Привет. А ты тут с кем? Привет. Ты где была? Охотилась. Получилось как-то долго. Кто приехал? Ну, ты заходи. Ай, а у тебя медвежья хватка. Привет, Томми. А вот и ты. Он выжил? Давай, я возьму его. Иди сюда. Вот так. Помочь? Я сам. Здравствуй. Привет. Рада видеть. Как он выжил-то? И я тебя.
Такой тяжеленький. Да уж, сплошной комок мускулов. Как город? Мария? Нормально. Мы решили на время расстаться. Сочувствую. Ничего. Мы поговорили об этом. Мы оба этого хотим. Итак, присядь. Кое-что покажу. Дело есть? Я тут пару месяцев наводил справки. Один парень услышал мой рассказ. И тогда он вспомнил, что встретил женщину по пути через Калифорнию. Говорит, сложена как бык. И при ней мальчишка со шрамами на лице. Сказал, они жили в этой области, на берегу в лодке. Вот здесь. Это точно она. Почему нельзя... Хватит с нас этого. Вот именно. Прости. Ну? Я не смогу. Знаю. Ну, понятно. Смотри, чем это все обернулось. Легко, наверное, забыть про нее. Когда вы живете тут припеваючи. Эй. Она заплатит. Томми. Так ты сказала, когда мы вернулись в Джексон. Томми. Мне вас жалко. Поддержишь его? Да. Так, все, держу. Эй, что это было? Ничего. Томми, чтоб тебя. Ты знаешь, что мы перешли. Не начинай. Она дала слово. Да мне плевать. Я знаю, Дина. В этом твоя проблема. Послушай меня. О, я весь внимание. Не, ну забудь ты эту идею. Я понимаю, ты хочешь отомстить за Джоэла, но не вышло. Смотри, как это обернулось. Они, мне кажется, сплотнились сполна. Эти вот последние главы. Мне реально интересно, что в самом деле с Эбби. О, ну давай, ящик с этим, с воспоминаниями. Страницу листать. Так, опять это образы исчезли довольно быстро, но кожа болела все утро. Я так и не смогла опять уснуть. Дина была со мной. Когда это закончится? Ой, я случайно. Не понимаю, как Дина так легко говорит о Джесси. Она рассказывала мне... Да, Джей Джей, все правильно. Она думает, что и мне стоит рассказать о Джоэле. Выговорится. Она так говорит, воспоминания — это испорченная еда. И слышать не желаю. Будет только больно. К тому же я не смогу остановиться. Сегодня катала Джей Джея. Он смеялся всю дорогу. Я почти не вспоминала Сиэтл. Было здорово. Пришли родители Джесса.
Сперва было неплохо, они хорошие, но потом они начали уговаривать нас вернуться в Джексон. Я не выдержала и сбежала в лес. И сидела там до поздней ночи. Дина была со мной. По-моему, она рехнулась. Она взяла меня за руку и отвела спать. Чувствую себя виноватым. Опять это я охотилась на кабана и загнала его в старую заправку. Он истекал кровью и визжал. Совсем как тогда. Я не смогла избавиться от образа и бросила его подыхать. Кожа горит. Когда же это утихнет? Наверное, уже пора. Придушить сов, придушить желание, потушить, потушить желание. При виде твоих глаз, твоей улыбки, маска становится тяжелее, исползая с лица. Шаг вперед, два шага назад, а на шее петля, скажем, шагом все туже, все труднее дышать. Как перерезать стропу, веревку, стропу? Стропу, веревку, стропу. Как перерезать стропу? Стропу. Ну, судя по ритму, стропу. Я жду рассвета, но света больше не будет. Может быть, я уже ослепла, может, пора все забыть. Я его потерял. Не дает покоя прошлое, все-таки не дает. Не отпускает вообще никак. А че мало это в кроватке не спить? Зачем спать вместе? Это ж неправильно. Надо сейчас подойти к столу. Посмотреть на карту. Правильно? Где там Томми был? В гостях? Или нет? Умыться? Нет? Холодно? Знобит? Гитара? Опять по-любому будет вот это вот. Авторские права, авторские права. Или нет? Что это за фестиваль такой? Это, наверное, событие до первого дня Сиэтла. Вряд ли они в Джексон вернулись. Она здесь помоложе выглядит. Ну да, Джесси. Какой ты цирк. Не говори. Твой старик мне сегодня устроил. На тему. Патрулировать меня учил. Так делай, так не делай. Он сама забота, когда дело касается тебя. Да. Она любит покрасоваться. Ничего, через две недели опять сойдетесь. Да, конечно. Она что-то говорила? Даже через неделю. Элли, привет. Долго ж ты шла? Ну, пришла же. Дина. Джесси, пойдем. Вы только недолго, нам рано вставать. Есть, сэр. Ну да, это за день тех событий, тут как бы все очевидно. Да ладно, не начинай хоть ты. У меня к тебе очень серьезный вопрос. От меня плохо пахнет? Как от навозной кучи. О, ясно. А вот так. Фу,
Тебе нравится. Посмотри, на тебя все парни пялятся. И что? Я выбрала тебя. А может быть, на тебя? Нет. Может, они ревнуют? Я же девчонка, не конкурент. То есть игру надо закончить, типа, моментом с женским поцелуем? Вы так это решили? Уилли, ты для них главная угроза. Весь зал будет сейчас стоя хлопать. Мари! Тёлки целуются. Эй! Соблюдайте приличие. Извини. Извини. Не забывайте, здесь дети. А ты как будто пример для подражания. Ты за языком-то последи, поняла, лесбуха? Опа! Что ты сейчас сказал? Эй, нет. Шел бы ты отсюда. Руки убери. Эй! Хватит. Конфликт. А что ты обзываешься? Пойдем-ка прогуляемся. А с ними что? Сами разберутся. Тебе надо проветриться. Ты в порядке? Что ты лезешь? Он не должен был. А ты должен? Не нужна мне твоя помощь, Джоэл. Зря ты так с ним при... Жалко Джоэла. Ладно. Нет, сочувствие Келли почему-то вот реально жалко Джоэла. Он не заслужил этого всего. Конечно, у нас идет третья часть, руки-то чешутся. Может спокойно уснуть. Ой. Эй. Да. Давно он так крепко не спал, да? Утомился. Да. Ладно. Пойдем спать. Поговорим утром, да? Я должна идти. Ничего. Ты, Томми, не должна. Я не сплю. Я не ем. Я не ты, Дина. Что? Ты думаешь, мне легко? Это все ради него и ради тебя. Люблю тебя. Так докажи. Останься. Прости меня. Так что, значит, мне просто сидеть тут и ждать тебя? Бог знает, сколько гадать, убили тебя или еще нет. Никто меня не убьет. Да, так же думал Джесси. Uh-huh. И Джоэл. Эй, постой. Эй, эй, не надо. Мы же семья. А ведь это должно быть важнее всего. Сейчас что-то про Джоэла вспомнит. Я больше не стану повторять. Дело твое. Дерзко. Очень дерзкая малая.
страдают реально вот все вокруг. Я хочу посмотреть на Эбби. Что с Эбби произошло дальше? Констанс, теперь надо лишь... О, мы здесь на той неделе были. И ради этого ты пожертвовала пистолетом? Это след. Да не верю я, что он видел здесь цикад. Да ладно. Все будет хорошо. Ну, не знаю. Пойдем. Вот, теперь пойдем. Двадцать четыре, десять. Он будет на этой стороне. Там все четные. А нам какой нужен дом? 24.09. Странное граффити. Про кого это? Про цикад? Нет. Я такого раньше не видела. Ходячие, бродячие. Вон они. Повылазили. А где все вот эти плюшки, которые у меня раньше были? Чтобы позабирали это все. А лев вообще разберется совсем. На, кулачный бой. Все нормально? Ладно, порядок. Хорошо бы. Ты молодец. Щелкун. А щелкуна как сбрить? Думаю, так. Вряд ли есть заточка. Хорошо. Я думаю, что тут вообще экономить, если это последний. Я говорил, тут кто-то ходит. Говорю. Этапы. Будь начеку. Ладно, пойдем искать тот дом. Короче, братик себе нашла. 24-25. Именно. А что это такое? Бери батончик, что-то. Мало он пригодится. То есть мы зачем сюда зашли, чтобы ничего не найти? Ну да, правило 37. Понятно. Если цикады еще остались, то. Письменно? Не знаю. Цель была одна. Восстановить гримучки общество. Гримучки уже здесь. Я не в этом деле можно пойти разными путями. Говорить, папа, к вам. Гримучки. Кто такие гримучки? Не самое подходящее место для повстанцев. У нас были разные аванпосты. Большие и маленькие. Лучший способ скрыться от армии. Пойдем дальше. Гремучки. Опять какие-то новые ребята. Видел, да? Гремучки. Ну чё, какой дом? Иди сюда. Это 24-26. А нам нужен? Глазастый ты.
А нам-то какой дом нужен? Если их тут не окажется. А, вот сюда, да? Если не... 24-29. Перебор. Да, 4-25? Ну и сюда полезем. Сойдет. Пролезай. Все, скриперы в этой игре закончились. Как ты знаешь, более-менее похоже на правду, что тут мог кто-то жить. Дом выглядит заброшенным. Ищем дальше. А я уже поверил. Говорю, кто-то может жить. Там дверь можно было открыть, да? Да. Опять все пусто. Может, тут тоже есть какая-то записка? Да, есть. Кто пишет? Хм. Адрес? 24-25 по Констанс. Вот этот дом. Да, но здесь ничего нет. Это еще не факт. Так... Кто ищет, тот всегда найдет. Ты что, взял бутылку? Первый раз такое видишь. Кто-то кроме меня что-то подбирал. Так, отсюда мы зашли. Прям в спальню сходим. В детскую, точнее. Детская спальня. Тоже ничего, что в тумбочке. Они изобразили на стенах внешний мир, но растения так не выглядят. Это скорее идеальный мир глазами ребенка. В прежние времена таким образом часто украшали детские комнаты. Мне папа нарисовал разноцветные джунгли. О, Яре бы понравилось. Наверняка. Ты так Яра, да, Айзеков где? Заперто. Может, есть другой вход? С улицы? Это что, оптимизм? Это желание помочь. Ты и так помогаешь. Опять пусто. Ну вот, смотри. Другой вход. Ничего. Вообще ничего. Патрон. Что ты врешь? Один патрон. Не может быть. Может, это байт? Байт какой-то. На что-то. Наверх нельзя никак добраться. Нет, я же само немножко утомляю. Тут поиски неизвестно чего. Что в бассейн? Где? Вот в том домике. Сарайчик, что это? А может... Как Человеки-пауки, а ты заходишь в сарай и так, в мультики. Секретная комната. И снова ничего, да? Да. Что мы ищем-то, а? Лев, тут ничего нет. Сюда. Ты что-то нашел? Гриль, духовка. Что ты нашел? Ага. Отодвигали мебель. Царапины. Отойди. Ah!
Есть успех. Пошли. Есть кто? Зелененьким там горит. Тут явно никого. Сюда давно никто не заходил. К сожалению, вынуждена согласиться. Ну, раз ты такой у нас. Так-то вообще нормальная казарма. Они тут долго пробыли. Это же душ, верно? Угу. Я никогда не слыхала тут. Так, сейчас все включим, сейчас все включим. Тут что-то было, да? Не знаю, зачем я это все собираю, если она мне не понадобится, скорее всего. Ой. Шут мимо не прошел. Что можно скрафтить? Аптеку. Добро. Включаем. Солнечные панели. О. Радио. Погнали. Мы Сан-Франциско? Слышит нас кто-нибудь? Говорит. Где тут позывной? Чего? Ну, набор цифр и букв. К черту. Говорит Эбби из Санта-Барбары. Вы меня слышите? Прием. Кто-нибудь слышит? Что это? Эти частоты. Сан-Диего. На этой частоте кто-нибудь есть? Говорит Эбби из Санта-Барбары. Кто-нибудь слышит? Это другие штабы цикад? Не знаю. Слышите меня? Прием! На этой частоте кто-нибудь есть? Говорит Эбби из Санта-Барбары. Прием. Прием. На этой частоте кто-нибудь есть? Говорит Эбби из Санта-Барбары. Кто-нибудь слышит? Если вы слышите, пожалуйста, ответьте. Привет, Эбби. Слышим тебя четко. Где в Санта-Барбаре ты находишься? 24-25 по Констанс. Мы набрели на этот штаб, но здесь никого. Мы ищем цикад. Я сама цикада. Где ты служила? Аванпост в Солт-Лейк-Сити. Кто им командовал? Доктор Джерри Андерсон. Мой отец. Вот значит как. Мы отозвали все силы с опорных пунктов обратно сюда, на базу. Сколько вас там? Около 200 человек. И еще приходит. Он был прав. Ожидайте еще двух. Как вас найти? Доберитесь до Каталины. В Авалоне идите к большому зданию с куполом. Мы вас найдем. Хорошо. Хорошо, мы будем там. Конец связи. Добро пожаловать, у нас фаз 3. Удачи, Эбби и Санта-Барбара. Конец связи. Ну что, пойдем к лодке? Пошли. Ну, ладно. Ты была права. Тут рывок. Что-что? Почему ты просишь повторяться, когда я ошибаюсь? Потому что мне от этого легче. И потому что это так редко бывает. Так, как мы сюда зашли? Вот здесь, да?
да, это было ожидаемо. Убьешь же так! Свяжем ее! Иди сюда! Дай-ка посмотрю! Ты готов? Стой, ты чего? Стой, стой! Сука! Жить будешь! Свяжи мелкого! Да гадюки эти! Не тронь его! Не прикасайся к нему! Ну-ну. Хорош лоб, а? Нет, ну это не мужик по радио. Это эти вот... Которые гремучие гадючки. У этой игры нет конца. Ты вроде как закончил? А вроде и нет. Куда ты пошла дальше? Это все ищет, не может успокоиться. 24-25 по Констанс. Да, наверняка. Констанс Авеню. Да вы серьезно? Вот это вот все серьезно вы сейчас? А что мне за Элли теперь надо туда и брудить? Йо, какой у нее арсенал. А это лодка Эбби, правильно? В общем, верная наводка, которую мы... Которую я выменяла на ту рыбу, оказалась пустышкой. Мы уже в который раз прямся в тупик. Кто там не говоришь, цикады все-таки в Санта-Барбаре. Вот только где? Представляешь, с каким выражением лица я могла бы тебе это сказать? Заткнись. Попробуем проверить еще один след на пригородах. Пожелай нам удачи. Ночью я сидела у огня с львом, смотрела на волны и думала о тебе. Я рассказала ему твой дурацкий анекдот про бабушку на скейте, он ржал, что аж подавился. Таким довольным я его еще не видела. Я по тебе скучаю. Где бы здесь понравилось? Никаких городов, только небольшие караваны, кочующие вдоль берега. Все говорят, что Санта-Барбара дурное место, что-то вроде Бермудского треугольника, а мне кажется, что здесь красиво. На днях мне на глаза попалась тюлень с пятнышками. Это ты так шутишь с того света? Оставь ты ее в покое. Что ж так теперь? О, вот это вот. Обезумели желанием отомстить. Попасть отсюда на улицу. По берегу, очевидно. Нет, ни карточек, ни монеточек. Ничего нет. По идее, все было там, здесь теперь просто бегать надо. Я думаю, тут в кратчайшие пути это все будет. Так, тут они ночевали, видимо. А как это она припасы оставила совсем, что ли? Эбби, на тебя вообще не похоже, ты не разбрасываешься такими вещами. Не, я уже забыл, как за Элли играть, что у нее вообще есть. Дневник, кстати, да. Наконец-то добралась к брежу, здесь чудесно. Повсюду цветы, густой утренний туман. Похоже, что военные сюда не добрались. Наверное, людей не хватило. Видела бы это Дина. Она пищала от восторга. Мне нравится слушать шум волны. Иду вдоль берега за несколько дней, ни одного человека. И ни одной целой лодки. А что, если кто-то ошибся? Если они уже не здесь. Даже думать об этом не хочу. Так, на этом мы прошлое все читали, да? Или нет? Нифига. Нет, вот это мы не читали страницу. То у нас здесь национальный заповедник Дикси, на меня решили напасть охотники, они в этом пожалели. Я на грани Лас-Вегаса, зараженных
Слышно даже отсюда, похоже, их там тысячи. Они еще и живы. Кошмар, надо уходить. Лас-Вегас. Напоминает фильм Зака Снайдера. А, как там? Армия мертвецов, что ли? Прокопаем Калифорнии, прячусь в подвале, надеясь, что орда пройдет мимо. Скучаю по картохе. Все еще в этом чертовом подвале. Батарейки, фонарики почти сели, темнота издевается надо мной. Я опять вижу его, чую запах железа, не хватает единой картохи. Что я здесь делаю? Я выбралась. Орда отвлеклась на каких-то путешественников. Некоторым из них не повезло. Два трупа детские. Я их похоронил. Очень страшная история. Может, сюда? Или тут ничего нема? Нет, пустышка. Выглядит заманчиво. Ты про подъем? Или там что-то было? Так, давай осмотримся, подожди. А, вот. Может, туда? Или туда? Там череп, скелет. Давай сюда сходим. Один патрон. Ну то ж. Лучше, чем ничего, правда? Правда. Да. Оп-оп-оп-оп-оп. Ну что? Может, я буду присутствовать, но во время того, как типа схватили ее. Так, ну моя задача просто добраться побыстрее до конца и закончить уже. Как бы нужно положить этому всему конец. Основная история нам известна, мы все знаем. Теперь остается только вот... Что дальше? Заключительный момент. Месса Блав. Я здесь, а Санта-Барбара, значит, вон там. Но мы сначала пойдем в обратную сторону, правильно? Набрать разгон. Ходячие-бродячие, да? Опять 25. Слышу одного, вижу одного. И щелкуна слышу. Блин. Что такое? Что ты распереживалась-то? Так, нам в гаражик еще сходить. Так, вот это что-то бродячее идет. Я не могу понять, откуда щелкун трескает. Все с той стороны, правильно? Вопрос, сколько их только здесь? А, там с забором, скорее всего. Ладно. Можно спокойно в гараж сходить тогда пока что. Скорая закрыта. Закрыта, конечно. О, молоток. Прикинь, сейчас еще верстак найду, да? Да, нет, конечно. Письмо. Да, я говорил, что продолжу. Да, я говорил, что подожду вас здесь, но это слишком опасно. Местные леса кишат гремучками. Но я не хочу, чтобы меня опять заковали в цепи. Ищите меня там, где я рассказывал анекдот про шарик для пинг-понга. Скучаю по вашему смеху. Надеюсь, с вами все в порядке. Че? Ну ты че, треугольник с квадратом перепутал, женщина? Ну зачем вот это вот задавать? Не надо это сделать. Давай на лук перейдем. Где эта кряхтелка? Относительно далеко. А слышно ее же здесь.
Так, и щелкун с правой точки, да? Да, вот там вот щелкун. Очень плохо отображается. Давай, разворачивайся, иди в обратную сторону. Оп. Не душит, так прям лупит. А, вот ты где. А стрелой в голову... Тебя же не убьешь, правильно? Еще и сталкера как будто бы. Ты что, дурак что ли? Дуралей. Она... Залезь на машину. Подступлись. Погибни. А, еще один. Это новый сталкер. Да ну, алло, ребят, что за баги? Что за приколы с тачкой? Ну иди сюда. Давай, давай, давай. Тихо, 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 тихо. Какая очень воинственная женщина. Давай теперь тихо, спокойно. Я вообще сталкеров как бы не заметил. Их не слышно же, заразы такие. А видно-то, сложно заметить. Не издает ни звука. О, можно было дробовик на них использовать, точно. Прям все время в рукопашную вот это вот. Рукопашную, рукопашную. Идем дальше. Дырка в стене, нам сюда. Побежали, побежали. Давай, давай, родная. Топ, топ, топ. Угу. На крыше. Боевой этот. Щелкун. А жопа как виляет. Спокойно, спокойно. Опа! Аккуратно. Взбодрили паренька. Вряд ли это паренек, конечно. Попробуем срезать путь. Может, поделишься секретом? Куда надо направляться тогда? На первый этаж, да, сейчас скажу. Спрыгиваем. Немножко таблеток. Это можно произвести. Ладно, ладно, раз ты настаиваешь, давай сделаем. Да я на что-то хочешь смастерить. Чё? Карточка? Я и не рассчитывал даже что-то найти. КБРР-73. Я уже забыл о них. Родная планета Марс. 40 сил, 100 сторона, Альянс будущего. Кибернетический боевой робот модели 73, КБРР-73, представляет собой новейший тип синтетического воина, предназначен для решения самых опасных и жестоких задач. Захватив образец такого робота на Титане, ученые Альянса будущего стали использовать его для этических тестов искусственного интеллекта, превращенных в надежного союзника, БРР довольно добровольно вызывается участвовать в всех операциях опасных операциях Альянса. Напоминаю, что он хороший расходный материал. Впрочем, в особо тяжелые моменты он с трудом сдерживается от того, чтобы вернуться к своему изначальной функции машин-убийц. Нейтральный герой. Универсальная машина для убийства. Ты... Чё ж мы тут побегаем? Можно? Тут же ничего нету больше. Нам только вниз надо.
Да? Епс. Хорошо. Да я бы сказал, не очень. А он один здесь, да? Или нет? Сторон ставить ловушку, тогда бы я сэкономил по одному выстрелу. Так я, о блин, ну как вас тут много то ребята. Оп, ворот, оп, ворот, вонзить, опять быковать дабл, сейчас ворот. Так, тебя зарезали. Оп, теперь подружка твоя осталась, да? Давай, быкуй. Алло. Все? Зашиваемся, быстро. Все, проветрились. Натуре, срань. Эмби, богом клянусь, если они тебя убили... Верстак. То есть за Элли дорога будет подлиннее, чем за Эбби, как я понимаю. Да, надо выбираться. Верстак. И бумажка. Давай читать тогда. Потом на верстаке уже улучшаться. Так. Мама, я ухожу к кремочкам. Прости, что пишу об этом вот так, но ты меня не отпустила. Мы голодаем. Мы не можем уйти отсюда с тобой. А Беллы рано или поздно нас все равно найдут. А если я пойду к ним, мы все будем в безопасности. Понимаю, что страшно, но я люблю вас обеих и готова на все ради нашей и вашей защиты. Арни. Арни. Гремучки, короче, я так понимаю, своеобразные фракция, только в другом регионе. У меня же есть еще этот, да? Давай. Урон на револьвер. Я уже что-то... Блин. Мне так уже лень что-то здесь реально делать, потому что я понимаю, что вот-вот конец близок, или это не конец еще. Я сижу такой, думаю, ну, по-моему, сейчас же все будет, да? Давай дробовик увеличу по максимуму. Короче, гремучки это типа определенная фракция, только в другой части Америки. Мы до этого были в Сиэтле, там были типа Вов и Серафиты, а здесь вот гремучки. Что только не придумают люди, и вот это вот. Совместно не сражаться за что-нибудь единое. Так, все, тробик на максе. Есть, есть. Все проведали, все прочесали. Монетки, монетки. Так, нам в это окошко, чтобы выйти. Прежде, давай еще по дому побегаем, поищем. Все. Так, его зарезал, тут ее. Там то, что он... Бильярд. American. Опа, один патрон. А зачем я увеличился, у меня патронов нет? Вообще логичность, уровень просто. Такс. Хоп. Все. Давай на выход. Давай влево окошко пойдем. Где я?
Хороший вопрос. Где-то здесь должна быть улица. Угу. Улица что-то даже и не пахнет. Чё в тачке? Ладно. Санта-Барбара ниже. Ой, нам аж туда, да? 24-25 по Констанс. Блин, я не знаю. Короче, мы пошли. Я вот чувствую, что вот конец близок. Ну что-то. Ладно. Закончу все-таки пока что. Вот на этом закончу. Очень резко мы записали очень длинный продолжительный ролик, поэтому закончим сейчас, потому что я уже не вижу ни конца, ни края. Я чувствую, конец близок. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Но пока он никак не приходит. А времечко-то идет, видео записывается. Так что на этом, пожалуй, все. И, скорее всего, финал в следующем эпизоде. Так что не пропусти. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Не обязательно.